трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России сокращается число автоаварий по вине нетрезвых водителей. По сравнению с 10 месяцами прошлого года, показатель уменьшился почти на 16%. В ГИБДД считают, что это результат регулярных сплошных проверок автомобилистов. Всего с января по октябрь 2017-го инспекторы выявили 534 тысячи пьяных шоферов. Трасса 101. Более 70% наших соотечественников, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают, что правилам дорожного движения надо обучать в школе. Участникам исследования сообщалось, что дополнительных часов для этого выделено не будет, придется пожертвовать другими предметами. В итоге в список жертв попали музыка, рисование и даже физкультура. Что касается возраста, в котором, по мнению большинства респондентов, следует преподавать ПДД, то это 10-15 лет. Трасса 101. Страховщики составили список самых угоняемых легковых автомобилей в нашей стране. Первое место в нем досталось любимчику состоятельных россиянок – Range Rover Evoque. Вторая строчка – у Lexus LX, третья – у Lexus GX. Также в первой десятке оказались Range Rover, Toyota Camry, Land Rover Discovery, Land Rover Freelander, Jeep Grand Cherokee, BMW 7 серии и Hyundai Tucson. Трасса 101. Автомобили Lifan теперь управляются частично дистанционно. Китайская компания предлагает своим клиентам установить мобильное приложение для iOS или Android, с помощью которого на расстоянии можно запускать двигатель, открывать-закрывать двери и багажник, включать фары. Есть функция отслеживания маршрута движения и количества затраченного топлива. Плюс это полноценная противоугонная спутниковая система. Одна из известных компаний, занимающихся маркетинговыми исследованиями, опросила наших соотечественников на предмет любимых автомобильных марок. Возглавили перечень машины BMW. Они лидируют уже 6 лет. На втором месте оказалась Toyota, на третьем – Mercedes-Benz. Следом расположились Audi, Ford, Nissan, Kia и Hyundai. Любопытно, что впервые за все время проведения исследования, почти 10 лет, в десятку вошла Lada. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.